Ежегодный межвузовский конкурс направлен на сохранение и воспитание патриотизма подрастающего поколения. Данный конкурс очень нужен сейчас, потому что мы из девчонок воспитываем настоящие леди, не только внешне, но и внутренне. Даем им большую программу, в которую входят внешний вид, этикет, какие-то интересные мастер-классы, вводим их на спектакли, то есть обогащаем с разных сторон. И мне кажется, это очень большая школа для каждой участницы. От нашего университета участвовали две девушки. Под вторым номером Айгуль Шакирова, а под третьим Энже Габдуллина. Финалистки готовились долго и упорно. Занимались актерским мастерством, вокалом, танцами, готовкой не жалея своих сил. Мы здесь познакомились с разными, вообще с разными девушками, из разных институтов, с разных направлений. Они все поют, танцуют, там все интересные. И ценность татарской культуры мы должны, получается, сохранить. И мне кажется, такие конкурсы нужно проводить всегда и очень часто. Всего было три этапа – визитная карточка, дефиле в спортивных костюмах и творческий конкурс. Так, после долгих подсчетов жюри объявили победительницу. Ей стала наша студентка Айгуль Шакирова. Я не могу описать свои эмоции, потому что до сих пор не могу поверить. Очень все были достойны, очень подружились уже с девчонками. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришел болеть за меня, родителям огромное спасибо, друзьям. И большое спасибо организаторам, что сделали такой прекрасный конкурс. В будущем межвузовский конкурс планируют развивать дальше и на всю Россию, и вывести на международный уровень. Анна Мартынова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.